Полное имя мое – Михаил Иванович Глинка. Таково название сорта земли, которую повсеместно можно обнаружить у нас в России – глина. Из нее издавна делали и простую посуду, а самые искусные мастера создавали из глины благородный фарфор. Так и про свою жизнь могу сказать. Из глины звуков, звучавших вокруг меня с момента моего рождения, сделать я хотел благородный фарфор музыки. Я родился 1804 года, мая 20-го, утром на заре в селе Новоспасском, принадлежавшем родителю моему, капитану в отставке Ивану Николаевичу Глинке. Матушка моя, Евгения Андреевна, предоставила первоначальное воспитание моей бабушке. Бабушка меня баловала до невероятной степени. Мне ни в чем не было отказа. Одним из любимых моих занятий было ползать по полу, рисуя мелом деревья и церкви. Я был весьма набожен, обряды и богослужения наполняли душу мою поэтическим восторгом. А музыкальная моя способность выражалась в это время страстно колокольному звону. Также таинственно звучали для меня дорожные колокольчики. Я мог слушать их часами и огорчался даже, когда поездка, а вместе с ней и чудесная музыка эта скоро кончались. Оркестр моего дяди был для меня источником самых живых восторгов. Как только я начал разбирать ноты и попадать на клавиши, учительница моя приказала приладить доску к фортепиано над клавишами, так, чтобы я не мог видеть рук своих. От пыток этих польза была, и я с самого начала привык играть, не глядя на свои пальцы. В 12 лет решено было поместить меня в новооткрытый благородный пансион. Когда мы въехали в северную столицу, вид огромных стройных домов и улиц произвел на меня волшебное действие. Моим гувернером, в чьи задачи входило обучение меня уму-разуму, предмету многосложному, был Вильгельм Кюхельбеккер. Более всего благодарен ему я за знакомство с Пушкиным, который навещал своего друга и моего гувернера. Романсы, мелодии которых я отважился написать на стихи Пушкина, имели успех. И скоро я стал желанной персоной в обществе. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты. Внимание дам вдохновляло меня. Да, я любил женщин. Ибо если их не любить, зачем тогда любить музыку? В то время человеку, желающему стать композитором в России, учиться было не почему и негде. Поэтому я принял решение ехать за границу и весной 1830 года отправился в путь.
Все написанное мною во время путешествия по Европе убедило меня в том, что я шел не своим путем. Мы, жители Севера, чувствуем иначе, чем европейцы. У нас или неистощимое веселье, или горькая слеза. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски, писать не итальянскую, а русскую музыку. Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, Василий Андреевич Жуковский искренне одобрил мое намерение и предложил мне сюжет Ивана Сусанина. Успех оперы был совершенный. Я был в чаду и теперь решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес. Ой, в восторге, русский Глинка, ой, в восторге, русский Глинка, уж не Глинка, а фарфор. Успех Сусанина придал мне силы, и я решился обратиться к поэме Пушкина, о которой давно мечтал. Очень я волновался и не помню более сложной и кропотливой своей работы, чем «Руслан и Людмила». Уже не было моего дорогого друга в живых, но Пушкин, на то и Пушкин, что и перед ушедшим не стыдно. Я так и представлял, как, глядя на меня с облака, он говорит: «Что ж ты, Глинка, испортил мою поэму?» Но, слава богу, не побили и удостоили даже аплодисментов. Вся без исключения русская музыка, и народная, и духовная, волновала меня. И всю ее хотелось охватить и оставить людям в меру дара, посланного мне Богом. Умер Михаил Иванович Глинка в Берлине 2 февраля 1857 года. Сестра перевозила его прах на родину. А чтобы обращались с всем скорбным грузом осторожно, на картоне, укрывавшем гроб, написали «Фарфор». Так сбылось предсказание Пушкина. Глинка уж не Глинка, а фарфор. Впрочем,
не столь уж плохая вышла метафора. Мы в Вене, столице театров. «Больше зрелищ» был девиз знаменитой королевы Марии Терезии. Оперы, балеты, маскарады стали неотъемлемой частью жизни города. Вена – родина великой музыкальной династии Штраусов. Господин Штраус. Шани, как звала вас матушка. Почему вы ночуете на улице в маскарадном костюме? Война. Я пригласил к себе жить австрийских офицеров. А плащ летучей мыши мне случайно попался под руку. Между прочим, отличное теплое одеяло. Так война же закончена. Только что Бисмарк объявил перемирие. Поздравляю. А мне кажется, я тебя помню. Я Пепе. Я играл с вашим отцом в самом первом оркестре. Ну, дело молодое, в драке сломал руку. Вот вернулся к своей фамильной профессии кучера. Очень ее люблю. Профессию? Нет, свою лошадь, Розалинду. Господин Штраус, не хотите остановиться? Так это дом, в котором родился мой отец. Мой дед был трактирщиком. Слишком рано умер. Да, у вашего отца было трудное детство. С 12 лет сирота. Его учили переплетному делу, а он мальчиком вылезал из-под стола трактира и, взяв в руки скрипку, безошибочно повторял мелодию, только что сыгранную трактирными музыкантами. Но ему настрого запрещали заниматься музыкой. Так же, как и он нам. Он мечтал, чтобы я стал банкиром. Его можно понять.
музыка – неприбыльное дело. А этот кабачок назывался «У красного петуха». Здесь мы давали свои первые концерты. Матушка ваша, дочка хозяина Анна, была красавица и умница. Штраус старший играл на скрипке, как Паганини. А ваша мать аккомпанировала ему на гитаре. Да, и я помню эти вечера. Отец был гениальный музыкант. Это наш дом. Здесь прошло мое детство. Мне в память врезался тот вечер, когда отец ушел от нас. Я обожал скрипку, а он запрещал мне и братьям на ней играть. «Только рояль!» – кричал он на мать. Но матушка защищала нас. Она сохранила в тайне тот первый вальс, написанный мною в 6 лет. Отец ушел в другую семью, лишил нас наследства, и я в 18 лет должен был всех содержать. Но я всегда любил отца и всем ему обязан, как я сочиняю, как играю, как живу. Моя дорогая Розалинда любит музыку больше овса. Она везет нас в Венский лес. В Венском лесу, среди этих дубов и кленов, мы репетировали и давали концерты. И наша матушка всегда была с нами. Мы начинали втроем с братьями. Я помню, как на этой поляне наша матушка звала нас. Шани! Йозеф! Эдуард! Помню, ты был маленький хулиган, но большой талант. Но кто бы мог тогда подумать, что когда-нибудь ты будешь руководить оркестром в 1000 человек.
Да, странный этот город Вена. Здесь даже революции совершаются под музыку. А я всю жизнь почему-то чувствовал свою вину перед отцом. Ну, тебе не в чем себя винить. Ты издал все его произведения. Ты утвердил славу музыкальной фамилии Штраусов. Пепе, они играют лучше меня. Не могу поверить. У меня спрашивают билет. Ihre Karte, bitte. Какие билеты? Там исполняют мою музыку. Ihre Karte, bitte. Я Иоганн Штраус. Меня называют королем вальса. Нет мест? Это не важно. Важно, что, как всегда, аншлаг. Май 1856 года. Мой первый сезон под русским небом. 10 незабываемых, волнующих лет. Да, в России тебя любят и помнят. И многие до сих пор называют Иваном Страусом. Шани, проснись. Господа офицеры хотят с тобой попрощаться. Война закончилась. Перемирие. Розалинда, нам пора. Между прочим, хорошее имя для героини. Herr Strauß, wir gehen, der Krieg ist zu Ende. Мне приснился сон. Я уснул на скамейке, накрывшись твоим старым маскарадным плащом летучей мыши. Шами, Либи, dein Kaffee ist fertig. Отличный кофе. А идеальная жена для композитора – певица. Между прочим, мне кажется, я сочинил чудесную оперетту. А главную героиню зовут Розалинда. Волшебное имя.